Так не хотел на кораблике плавать, но я его все-таки уговорила. Ты слишком красив. На моем фоне еще краше. Так, да, лучше. В общем, мы присели на корабль и сейчас поплывем. Здесь, к сожалению, будет экскурсовод «Мне человека» радио, но тоже неплохо, друзья мои. У меня, ей-богу, что-то с прической сегодня. Лучше не обращайте внимания. Да ветер-то ладно, у меня все каким-то вот, как будто я не выспалась. Сейчас покажу вам вид, который я сейчас. Мы уже погрузились. Вот за этим мостом, под следующим мостом, будет Чижик-Пыжик. В общем, все вам покажу, друзья мои. Хоть бы дождь не ливанул, пока мы плаваем. Не будет? Нет, вроде не будет. Речки Лебединки. Вслепо. Сейчас около 40% общей территории города покрыты зеленью. По замыслу Петра I сады не должны были ни в чем уступать и были частью дворянских усадеб. Общедоступные парки, где могла гулять обычная публика, начали появляться лишь в XIX веке. Большинство городских садов города ограждались решетками, возле которых укладывался тротуар. Мостики обожаю. Чтобы защитить сад от пыли, вдоль решетки с внутренней стороны высаживался в качестве живой изгороди кустарник. Справа, почти у самой воды, сидит бронзовый Чижик-Пыжик. Он относится к числу самых маленьких памятников лидера. Птичка изготовлена в натуральную величину, его высота составляет всего 11 сантиметров. Расположение памятника не случайно. Он находится рядом с императорским училищем. Если денежка упала в Чижику, а не в воду, значит, будет желание. Желто-зеленого цвета, напоминающие дворе не любили. Замок создан по мотивам средневековых дворцовой замкнутости. Со всех сторон здание было окружено водой. Через рвы 15 марта 1801 года он был убит своими приспешниками. После смерти Павла дворец опустил ниже на течение Ванганги, на левом берегу за чугунной оградой с золочёными деталями стоит невысокая длинное светло-желтое здание. Это дворец Шереметьево. Так называемый фонтан. Сколько корабликов, да? На фронтоне и на воротах чугунной ограды изображен герб этого известного дворянского рода. Фонтанный дом был тесно связан с развитием русской культуры. И принадлежавшие ему актеры не имели никакого. В одной из квартир дворцового флигеля долгое время жила Анна Ахматова. Здесь в честь столетия поэтессы открылся ее музей. Именно Ахматова в своих стихах дала дворцу Шереметьевых второе название. Фонтанные 4 стадии украшения коня человека. Они созданы архитектором Петром Карловичем и являются одной из лучших работ Ахматовой. История этого моста началась практически с основания Петербурга. Тогда первый деревянный мост, расположенный на этом месте, был границей города. Он получил свое название по имени подполковника Аничкова, который командовал батальоном, строившим переправу. Деревянный мост был со шлагбаумом, и у проезжающих проверяли документы, взимали пошлину за ввоз товара, следили, чтобы ночью в город из леса не набегали волки. Рядом с Аничковым мостом стоит Аничковский дворец. С реки мы видим полную часть построек, слева двухэтажное здание столовой. Сам дворец располагается в глубине за ними. Дворец фаворита графа Разумовского. После его смерти дворец был выкуплен в казну бывшей Чернышевской мост. Генерал-маншеф Чернышев был героем знаменитой Полтавской битвы и имел усадьбу неподалеку. Мостовского моста предназначались для подъемных механизмов, которые поднимали и раскрывали крылья среднего пролета во время прохождения судов. Обратите внимание на группу зданий Министерства финансов по левому берегу. Особенно, что гигантское животное деревянный, правда. Это обращенные вверх слоновьи двойки.
Справа за Обуховским мостом находится комплекс зданий Университета путей сообщения. Это одно из первых высших технических учебных заведений России.